Привет! Сегодня разберем ванну. Обычно ванна состоит из тумбы, на которой одна либо две мойки, шуфляды либо распашные с полками и сверху навесной шкаф, чаще всего зеркало, чтобы там бриться, зубы чистить и так далее. Очень удобно. Компания Blum вот предлагает вот такие вот петли. Шикарный вариант. То есть можно петлю прямо приклеивать к стеклу. То есть специальная склейка под ультрафиолет. И, соответственно, фасад тоненький, легкий и двухсторонний. То есть зеркало и с этой стороны, и с этой. Можно с двух сторон бриться. Например, один человек стоит здесь бреется, другой здесь стоит бреется. Очень интересное решение. Естественно, все на доводчиках, все плавно, удобно, долговечно, самое главное. Также есть вот такие вот шуфляды, в которых можно тоже организовать всю мелочевку, бритвенные приборы, расчески, полотенца и так далее. То есть, оп, надо чуть сильнее толкать. То есть вот он с легкостью открывается, но когда закрываешь, надо чуть сильнее пихнуть, тогда срабатывает доводчик. Есть еще вот такие маленькие или гробоксики со стеклом. Да, при закрытии надо немножко сильнее толкнуть. Буквально немножко. Здесь тоже разделители. И здесь тоже у нас разделители полотенца. Столешка бетон, раковины, умывальники тоже бетон, высокие смесители, все влагостойко, все долговечно. Вот, ну и как бы можно в более-менее узких пространствах это все расположить, так как мойка располагается наверху, тоже тут. Очень удобно. Снизу никаких ножек. Легко убирать. То есть вода, которая скапливается, к ней легкий доступ. Всем пока. Не забываем про колокольчик. Подписывайтесь на канал.